Сегодня у меня такая небольшая прогулка в деревню Колна Слобода, Горная Слобода. Куда-то ехать очень скользко, поэтому я не рискую, мало ли чего случится. Вот и решила пройтись. Взяла с собой лыжи на всякий случай, кто знает. И вот как уже вижу, тут в деревню дорога давно уже почищена и никто по ней не ездит. В принципе, еще проехать здесь нормально, если кто захочет. Ну, а так как я пешком, мне вообще хорошо. Первый дом. Зимой, как понимаю, здесь не живут. Только если, может, приедут, посмотрят. Но летом, да, здесь живут. Вот стоит батут. Так что используется как дача. А потом там в деревне есть еще... 4 дома, из которых постоянно жилых 3. Вот такая маленькая деревня там впереди. Ну, когда-то, конечно, было больше домов. Так, следы зайчика. Оставил доказательство, что это был он. Почистили здесь поле. Вот стоят все кусты в куче. Приедет машина из дробитых на щепу. Нет, с одной стороны, хорошо, конечно. Поля чистые сейчас будут. Прям приятно посмотреть. И польза какая-то от них. Ух ты, здесь леса больше нету. Кусочек выпилили. А вот там вот впереди на горочке тоже был дом. И сбоку еще был дом. И дальше были дома. А теперь пусто. Какие ж тут сугробы-то впереди. Тут есть еще одна дорога. Видимо, сейчас по той едут домой, кому надо. А это-то да, замело. Конкретно. Чем дальше, тем хуже. Правильно? С горки снег несло вниз на дорогу. Да, тут точно не проедешь. А вот и мое самое любимое место, с которого открывается потрясающий вид. Если бы тут еще вышку поставить, вообще бы супер. Вот такая гора высокая, на край которой я на лыжах боюсь подходить, а то вдруг уеду.
красиво сегодня. Хорошо, довольно тепло. Ветер есть, но небольшой. И так здорово. Ох, как тут хорошо по горкам промчаться на лыжах. Не зря же это в деревне называется Горная Слобода. Вот сейчас скачу с горки и нырну в тот красивый березнячок за канавкой. Вообще погода супер, тепло. Ветер хоть небольшой, но так классно. Вот такая зима мне очень нравится. И тут по полю много вот таких вот следов. То туда, то туда. Леса вроде бы ходят. Цепочка, а может это и леса? Что-то их тут сильно много. Если по логике думать, то да, скорее всего лисьи. Вот она ходила тут, мошковала. Проехала я канавку, и вот я уже в другой деревне. Это уже Лея Слобода или Дольная Слобода. Я так понимаю, что березок этих когда-то в советские времена точно не было. И тут были поля, стояли дома. А сейчас остался только один дом, и тот уже не жилой. Так что раздолье здесь для зверей и птиц. Вот только подумала, что это скрежетание по насту лыж разгонит всех зверей. Вряд ли я кого-то увижу. Ну ничего, полюбуюсь вот всей этой красотой. А это действительно очень-очень красиво. Хотя в лесу нас тоже не такой крепкий, и лыжи уже проваливаются. Уже тяжелее идти. Но ничего. Все же лучше, чем пешком. Вот я уже вижу, наверное, косулька тут была, покопалась. Ну да. И куда-то туда ускакала. Как причудливо торчат листья папоротника, словно перья какой-то птицы. Жаль птицы, которая увязла в снегу. Тут очень много вот таких вот деревьев, обглоданных лосями. Вкусная же кора у осинок. А вот следов не видно. Видимо, давно дело было. Что-то погода начала хмуриться, портиться. Как бы снег не пошел или дождь. Жаль. А у меня прогулка только, считай, началась. Иду вот по такой дороге, которая раньше шла из одной деревни в другую. А сейчас, возможно, какой-нибудь охотник проехал. Да, вот косули прошли. Тихо и пусто. Вот и дошла до охотничьей вышки. Там вот стоит бочка для зерна. Поэтому я и решила, что ездил, скорее всего, охотник прикармливать зверей. Ну, пойду посмотрю ближе. Ближе подходить не буду. А на сухой елке висит камера. Не хочу, чтобы меня засняли. Конечно, интересно посмотреть следы. Но я лучше не пойду. Начинается снег. Нашла вот такую гнилую лозу. И вот, как интересно, обработал ее дятел. Искал всяких жучков, червячков, короедов. Тут ему, видимо, повезло. Сколько ходов-то. И вот так все ее. И там еще одну. Тут ему, наверное, пир был хороший. А вот здесь лось прошел. И довольно свежие следы. Кучек-то навалил. А тут лось и отдохнул.
Какое грязное пятно на снегу осталось. Дошла до нашей речки. Вот вижу внизу след выдры. Характерные ее полосы от хвоста. Следы довольно крупные. Какой тут сугроб у речки. Ух ты, какой тут камень у реки.